Тонкие мужские, женские джемпера. Здесь 15 килограмм. Так, размер 42. Эска. Вот здесь вот немножко виден износ. То есть не совсем ярко черный цвет, что ли. Как будто бы немного застиранность видна. Так, размер М-ка. Состояние хорошее. XSS, размер указан. Может, модель, конечно, такая, но размер достаточно такой, не маленький. Больше похож на М-ку. Joy 42. Все чистые, без пятен. М-ка. Яркий черный цвет. Состояние хорошее. То есть тестированности ничего подобного нет. Так, атмосфера 40. Уже отличное состояние. Размер 50-52. Бисеры. Так, практически все на месте. Пятен нет. Состояние хорошее. Так, размер 36-38. Монтего Эска. 36 размер. Все, идеальное состояние. То есть без пятен, без катышек. ML размер. Также состояние хорошее. Эска. Так, это H&M, размер M. Здесь вот немножко цвет утерян. А так, в принципе, без пятен состояние, в принципе, хорошее. Ну, есть, видно, что есть износ. Я так предполагаю, что это L-ка. 48-й. Размер не указан. ML. Ну, М-ка, наверное. Чистенькая, ярко-белый цвет. То есть, ни пятна, ни пятен, ни износа. Так, размер тут не указан. Думаю, что М-ка. Также пятен нет. Явного износа тоже. Элька. Тоже ярко-черный цвет. Застиранности нет абсолютно. Пайетки вроде как на месте. Все. Состояние хорошее. Отлично, я бы сказала. H&M. М-ка. Так, это у нас размер Элька, наверное, скорее. Так, это у нас размер хлопковая. Вот размер не указан. М-ка, М-Л. Также М-Л. Пятен нет, износ тоже. Состояние отличное. Так, размер XL. Пятен тоже нет. Вера Мода М-ка. Тоже яркая, черная, без застиранности. Хорошая. XL размер. One Love – это XS. Тоже без пятен. Станет отлично. Канда МК. P
пятен как таковых нет, но тут что-то. Состояние вроде как. Ну, износ есть, конечно, вот не могу понять, вот тут пятно или застиранность такая. H&M XS. Так, это у нас L-ка, даже может быть XL. Так, футболочка у нас тут затесалась. Размер, так, ну, размер большой, но учитывая, что это моделька L, XL, M-ка, H&M, без пятен, без износа. Хорошее состояние. Мужской джемпер. Так, это у нас XS. Тоже в отличном состоянии. Ярко, хотел сказать красный. Ярко-черный, без застиранности. Так, это у нас размер L-ка. 40-42. Размер указан. Пятен нет. А, вот здесь вот есть пятно. Есика. Размер не указан. Предположительно, Илька, наверное. Так, это у нас размер XL. Джемпер. Состояние отличное. Пятен нет. То есть, ни пятен, ни застиранности какой-то. Вот сзади. Сразу тоже все на месте. Все блестит. Мужской джемпер. Это Massimo Boni. Так. Размер не указан. Элька, я думаю. Тоже такой яркий черный. Застиранности нет. Пятен нет. Состояние отличное. Катышек тоже. Так. 40-42. Состояние тоже отличное. Как новенький прям. Есика. Размер не указан. Состояние тоже хорошее. Но вот тут вот есть пятно, видимо. Вот. Не видно. Так вроде больше пятна я не вижу. А, она еще такая тепленькая. Так, мужской джемпер. Размер не указан. Я думаю, SM. Отличное качество, то есть состояние. Ни пятен, ни износа. Так, это размер S, так думаю. Состояние тоже хорошее, без износа. Ни пятен, ни катышек. Так, это у нас SM размер. Удлиненный джемпер такой. Оливер. Так, это у нас размер L-ка. Ну, вот здесь вот... ты не знаю, у меня отсвечивает так или... Вот такое чувство, что цвет поменял. То есть... Есть, точнее, виден износ. Так, это джина 40-й. Ну, так-то чистенько, вроде как без пятен, но такие катышки небольшие есть. Даже маечку тут положили. Размер S, наверное, M максимум. Так, ML. Очень приятный. На ощупь джемпер. Также без пятен, без катышек. Так, это у нас новый джемпер. Размер M. Ну, естественно, без износа. Можете видеть этикетку. Канда S-ка. Также без износа. Катышек нет, но вот тут вот зацепки, что ли, небольшие. А, нет, это просто черные нитки. Ну, то есть,
вязки такие, такое. Так запуталась уже. В общем, состояние отличное. Так, это у нас размер S-ка. Тоже пятен нет, катышек нет. Ткань хорошая. Элька. Есть зацепка. Тут. Ну, зацепки легко убираемые, поэтому, в принципе, я особо-то не могу сказать, что супер износ какой-то. Хорошая водолазка. Так, Only XS. Такая вот универсальная штучка. Также без пятен. И видимого износа, ну, вообще износа, можно сказать, нет. Хорошее состояние. Так, и последнее. Это Элька. С такой совушкой. Все на месте. 5 катышек. Ничего такого нет. На этом все.